12 тысяч экспертов и бизнесменов из 170 стран мира встретились в Абу-Даби, чтобы обсудить новые возможности для расширения мировой экономики с помощью взаимных инвестиций. Столь важные глобальные вопросы поднимались на полях 12-го ежегодного инвестиционного форума в Арабских Эмиратах. Как изменилась инвестиционная политика за последние годы, в следующем материале. ОАЭ – одна из богатейших стран мира, чей успех во многом основывается на добыче и продаже углеводородов. Однако власти страны и бизнесмены понимают, что эра нефтедолларов закончится в ближайшем будущем. А значит, уже сегодня экономику необходимо перестраивать на другие рельсы. На полях инвестиционного форума в Абу-Даби собрались тысячи инвесторов, бизнесменов, представителей глобального рынка. Они отметили важность инвестиций в технологии, туризм, гостеприимство, а также образование. Три дня, 600 спикеров, 100 диалогов в рамках форума. В эти дни были высказаны различные идеи, состоялся обмен опытом. Мы хотим расширить возможности частного сектора и сделать торговый обмен еще проще. Поэтому мы собрались вместе, чтобы найти инновационные решения. По словам участников форума, эпоха глобализации меняет и философию инвестирования. Именно поэтому темой встречи стала смена инвестиционной парадигмы. Иными словами, помимо прибыли, инвесторы уделяют большое внимание общественной значимости проектов. Парадигма «бизнес ради прибыли» больше не является сутью подобных международных встреч. Мы видим, что принципы игроков этого рынка смещаются в сторону концепции быть полезными, а не прибыльными. Инвестиционный рынок претерпел изменения за последние несколько лет. По словам организаторов форума, усилия Эмиратов по диверсификации дают свои плоды. Несырьевой сектор экономики страны ежегодно дает прирост более чем на 10%. Арабские Эмираты активно сотрудничают с нашей страной. С момента обретения независимости ОАЭ влили в экономику Казахстана более 3 миллиардов долларов. Сейчас средства арабских бизнесменов реализуется в 10 крупных инвестпроектах. Даурен Исагулов, Бибигуль Насанбаева, Хабар 24.